Вот, а то все джасти, джасти. У нас пуши тоже работают, кнопы работают, фроси работают, все работают. Вот здесь пермские зайчата истощенные. На-на-на-на. Ишь, нормально. Тебе надо понажимать? Ну ладно, давай понажимаем. А других детей не кормим. А другие сами выживают. Завидуют. Ну, она их вечером подкармливает. Остальных детей депортировали к Арише. Чтобы не расслаблялась. Ободранный зай. Наконец начал линять. Там где зайчат. Че, вам тоже пушу подержать? Такими глазами смотрят. Не щенячьими, а зайчьими. Делать нечего, придется есть песок. Так, что тут за дебилушка? Отвалился. Вот, включайся, правильно, молодец. Ты это такое не ешь. Ты такое не ешь, я тебе отвечаю. Все, они покушали? Ну, мы свободно. Давайте их покормим. Отлично. Так, нормально, ненормально, нормально, ненормально. Чё, до вечера, ребят? Сейчас кому-то уколы будем делать, да. Особо. Жалко, что Пермь так далеко. Долго ехали зайчата. Так проблем бы особо не было. Так они кушать не хотели. В том центре норм. Докармливали их насильно. Сюда приехали уже такие скелетики, скелетики. Скелетиков очень трудно заставить нормально есть и набирать массу, потому что мышечная масса-то уже потеряна. Какой-то рыженький. Желудочек вроде что-то полное, что-то есть. Что-то вроде есть. Так, ну, погода сейчас солнечная. А что это я вас потащу? Идите гуляйте. Вперед. В шоке. Вот так. Тараканчики, разбегайтесь. Так, у них нет молока. Можете не искать.
Так что тут за репетиции пошли? Слушай, ты случайно не самка? Может, останешься у нас? Будешь воспитателем? Иди сюда. Иди сюда. Сбежал. До греха подальше. Oui.